Всем здравствуйте! Екатерина Терешкович и Гоген Солнцев не раз публично выясняли отношения. Супруги то и дело обвиняли друг друга во всех грехах. Жена шоумена призналась, что устала от его поведения, поэтому решила развестись. Ради Гогена Солнцева 66-летняя Екатерина Терешкович занималась спортом, правильно питалась и неоднократно ложилась под пластического хирурга. Но ничего не помогло женщине удержать 40-летнего шоумена. Как оказалось, супруги расстались, да не на мирной ноте. «Мужа больше нет. Я через все операции прошла совершенно зря. Муж заставил сделать процедуры, а в итоге от меня отвернулся. Просто обманул. Может, надеялся, что я не выдержу наркоза. Говорил, мне нужна молодая жена. А теперь у меня нет ни денег, ни мужа. Эта сволочь вытянула из меня все деньги, теперь без конца бухает. Где он, не знаю, но меня это и не интересует. У нас развод, это даже не обсуждается», — сообщила Терешкович. Напомним, в мае этого года Екатерина отправила Гогена в клинику, где помогают избавиться от зависимостей. Женщина уверяла, что избраннику срочно нужно лечиться от алкоголизма. Солнцев, в свою очередь, заявлял, помощь нужна не ему, а Терешкович. По словам шоумена, Екатерина не способна контролировать поведение, например, может на ровном месте наброситься с кулаками и даже искусать. «Супруга приревновала к фотографии с возрастными дворничихами и искусала мне все тело. Прямо как собака. Разве так полагается делать? Вообще к фоткам можно ревновать. А потом, как пес с клыками, бросаться на человека и разрывать его на куски», — жаловался Гоген поклонникам. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.